А у нас вкусные ребята были. Хоть мы еще не приехали в лагерь, но наше приключение уже началось. То, что мы с ребятами знакомимся, с теми, с кем не знакомы. Мы с друзьями здесь играем, общаемся. В поезде мы проводим время весело. Нам очень комфортно, мы едем в хорошей компании, у нас изобилие настольных игр. Мы не скучаем, мы постоянно что-то делаем, читаем книги, играем, развлекаемся, просто разговариваем и общаемся. Мы уже предвкушаем, чем мы будем заниматься в лагере, наше расписание, и мы уже замучили Сан Саныча вопросами, что мы будем делать по приезду, когда у нас завтрак, что у нас на обед и тому подобное. Я ожидаю от этой поездки кучу новых впечатлений, сходить там, узнать новые места какие-нибудь, сходить на пляж со своими ребятами, с друзьями. Я ожидаю веселых уроков, то, что мы будем там купаться, заниматься. Ожидаю того, то, что после лагеря буду подтянутым, дисциплинированным. Тут вкусно кормят. На завтрак каждый раз я все каши ем, хоть бы они были любые. Но моя любимая каша — это гречневая. И чай сегодня был тоже вкусным. Я люблю больше чай, чем какао. И, ну, на ужин, конечно, тоже хорошо. Но самое любимое мое блюдо — это запеканка. Самое отвратительное блюдо для меня и для всех оленей — это вареники с творогом. Я почти ничего не съедаю, потому что я стараюсь худеть.
нравится там холодная вода, вот можно освежиться, неглубокая, ракушек много, песок теплый, можно замки построить, солнце греет. Там очень хорошо, и мне там очень нравится. Не, давай вон, видишь, вот обойдем. Мне очень нравится море, там можно отдохнуть, поиграть, например, построить замок. И еще можно поплавать. Например, я находил очень много ракушек. У меня их всего 9, но некоторые я давал тренерам. Там можно покупаться, поиграться с ребятами, также поплескаться в воде. Мы устраивали заплывы и все тому подобное. Мне очень понравились эти сборы и само море. Это море, потому что по моим ожиданиям там было бы много камней, но оказывается там есть и песок. Камни тоже есть, но песка больше. По самбо тренировки мне очень нравятся, они проходят хорошо. Мы изучили за все 2 недели очень много новых бросков, и это добавилось в мои знания. Я их повторял, и у меня сегодня получилось все до последнего. Мне тренировки очень нравятся, и наши тренера тоже. Сказать спасибо за то, что они меня научили брать косой захват. Про него я ничего не знал. Теперь я могу бороться еще лучше и более вступать в борьбу с этим косым захватом и быть сильнее. Yeah.
ничего не болит, они свежие, как огурчики, и полностью вообще ничего нет на них. Ты серьезно так думаешь? Хватит подходить и ныть. Что-то бок тянет, ой, что-то потянуло, ой, что-то научился более новым для меня и более серьезным таким броскам. Мы использовали косой захват, делали с него разные броски, о которых я даже понятия не имел. Ну и я лучше научился делать броски, которые я раньше умел. Хочу сказать особое спасибо тренерам, ведь без них мы сами бы никак не научились. Движение его поймали, вообще смыли. Сделали все снова. Вот, нажимаю, набежите, делай. Вот, вот такое положение. Знаешь, вот попробую, даже если сами. Вот тяжело. Какие-то ДМ, вот он уже. Отодвинул. Руками одновременно выбрасываю. То есть у меня вот движение. Вот. Не подходите. Натаскивай примерно сел. Обнял. Накатил в этом положении. И все. Раздвинули ноги. И начинаем работать. Руку. Вот туда вот. Оттягиваю голову. И положение. Вот сюда я помешу. В этом полигоне. Именно с вашего возраста начинать именно такую, может, игровую, да? Спасибо за внимание. Да, мы еще увидимся обязательно.
Еще мне здесь понравилось свободное время. Ведь мы можем играть в разные настольные игры, просто общаться или даже намазать кого-нибудь пастой, если он, конечно, спит. Отдохнуть, если, конечно, хотим, но чаще всего мы не спим, потому что не особо хочется. Можно потанцевать, оторваться по полной. Тут много крутых музык и даже есть медленные танцы, но я так и не успел пригласить девочку на танец. А дискотека просто класс. Ну, я один раз познакомился с девочкой, только она отказалась. Мы иногда выходим на сцену танцевать. Вчера дискотека, мы вообще на сцене, по-моему, танцевали. Да.
будет играть. Короче, набирай всего гнезда. На меня смотри! Да, это пещера. Ты где там падаешь? Ты где там падаешь? 10, 9, 8. Не знаю, читай. Быстро читай. Да ё-моё, не падает, не меня. Это? Опять. Вы считаете, сколько людей поднимается? Ну, да. Прям вот, прям. Ванёк, шляпу сними, там, не видно. А мы где? Боже, я погладила эту. Все, что здесь происходило, ребят, все было сделано для того, чтобы Вальцев уехали сильными, крепкими, здоровыми, умными и со всеми хорошими качествами, которые бывают сюда из этих сборов стрекли, с этим качеством Вальцев уехали. Главное, что произошло на этих сборах, вы поняли, что вы отделились от мамы, папы, от дома, вы поняли, что вы самостоятельный человек, которому нужно будет делать в жизни все самому, начиная от того, как вещи стирать, собирать себя, куда-то приходить вовремя, выполнять свои какие-то обещания. Это очень важно. Ребята, давайте, Насач очень старался, сейчас на раз, два, три мы все вместе громко скажем ему большое спасибо. Давайте, раз, два, три. Поначалу Сан Саныч мне казался каким-то страшным тренером, но все больше углубляясь в эти сборы, я только... удивлялся тому, как он был тренером на этих сборах. Он был ответственный, требовательный как тренер, очень устойчив. И вообще он выдерживал столько всего за эти дни, что я ему говорю спасибо за все и спасибо за эти сборы. Спасибо! Хотел бы отдельно, каждый тренер отдельно поблагодарить Марию Владимировну. Спасибо за тот позитив, за упражнение на воде. Без тебя бы эти сборы были бы на тон темнее. Спасибо большое. Мария Валерьевна очень позитивная, веселая, добрая. Всегда хотела, играла с нами. Она как тренер по плаванию учила нас плавать. В королевскую ночь она хотела мазать всех, и меня даже хотела намазать. Спасибо от души, Мария Валерьевна. Также хотел бы Юрию Борисовичу сказать спасибо, Юрию Борисовичу, огромное за ваш вклад, за именно технику самого, ребят, потому что настолько профессионально вы даете, объясняете вот эту технику и комбинацию. Очень профессиональные. И это не только мои слова, это слова вот 3%, это вот где родители живут. Каждый из вас отвечал отдельным приятным словом. Любовь Сергеевна, ваш профессионализм на самом высоком уровне. Спасибо. Да, характер неотвратительный, но вот дело свое я люблю очень. На тренировках Юлия Борисовна была строгая. В качестве наказания заставляла отжиматься. Вне зала Юлия Борисовна добрая. Каждый вечер Юлия Борисовна ходила с нами играть в пинг-понг. Спасибо огромное Юлии Борисовне. Сергей Викторович, наш самый серьезный и молчаливый тренер. Но если доберется за кого-нибудь, мало не покажется. Серег, спасибо тебе за эти сборы. Ребята, без Сергея Викторовича эти сборы были бы тоже совсем не такими, как они у нас прошли на этих. Сергей Викторович, он
иногда строгий, но он нам помогает, подсказывает. Сегодня он нам подсказал, когда собирать чемоданы. Иногда, когда на пробежке у кого-то что-то болит, вот у меня болела нога, потому что порезался, не знаю как. Он сказал бежать, а потом я подошел еще раз, спросил, а он сказал идти сидеть. Сергей Викторович очень добрый, и он хороший. Я, если бы была возможность, я бы каждый день ходил на самбо. Спасибо, Сергей Викторович, за все. Спасибо также, Юр, тебе за все, что здесь происходило, за все твои решения, действия, за эти, как бы, флажок, который ты пока пытался показать ребятам. Алексеевич на самом деле очень хороший человек. Он кажется тем, что он серьезный, все тренера так делают, но на самом деле он очень хороший человек, поддерживает в разные трудные минуты и подгоняет в кроссе. Я помню один раз, когда я еле-еле не хотел идти, мне была такая лень, когда он меня догнал, и я начал бежать. Ну, поддерживает в трудные минуты, и он очень веселый. Спасибо, Юрий Алексеевич, за сборы.